Вчера ездил нормально было, сегодня провисли провода. Водитель грузовика рассказал, что по улице Зорге он ездит постоянно. Сегодня утром его путь снова пролегал по привычному маршруту. Возможно, что из-за этого мужчина не обратил внимания на сильно провисшие провода. Тот провод провис, трос, и тот задел. Стоп упал, тряханул фонарь, ему вон на багажник этот фонарь упал. В результате происшествия пострадала отечественная легковушка. С одного из столбов сорвался осветительный фонарь и упал прямо на капот машины. Я почувствовал удар сзади и принял вправо. Выхожу, смотрю, приземлился на меня фонарь со световой опоры. И в тот момент, когда люди начали с троллейбуса выходить, еще такой жесткий удар, искры, начали провода падать. Смотрю, там уже вот этот пятитонник, видать, зацепил провода. Упавший столб почти целиком парализовал движение на улице Зорге. Встали как автомобили, так и электротранспорт. На место происшествия приехали сотрудники Казгорсвета. Несмотря на все усилия, оперативно убрать рухнувшую конструкцию не удалось. Движение восстановилось только через несколько часов. Андрей Трофимов, Максим Голубцов, Роман Фенин, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.